Всем привет. Сейчас у нас старт. Стартовый закорм. Дистанции товарищи выбрали у нас совершенно разные. Кто-то ловит вдали, вот я вижу всплеск где-то метров на 50. Кто-то использует более близкие дистанции, 20-30 метров. В общем, и целом, с жеребьевкой, во всяком случае, у нас сегодня получилось. Юра сел в свой вчерашний сектор. Колганов, по-моему, попал в сектор, в котором мы тренировались. Преобладающая рыба – это бычок, микроскопический окунь и некрупная плотва. Но в течение всех тренировок всего этого бычка, окуня и вот этого условно полухищника его уже накололи, накормили. Ловля на самом деле достаточно тяжелая даже в моральном плане, потому что фактически рыбы нет. То есть если там вот этот окунь, который весит 3 грамма, для некоторых это будет за счастье. А, также здесь присутствует уклейка, достаточно геморройная, причем, которая там не на раз ловится, хотя и плавает. Некрупная, от 7, скажем так, до 15 грамм. А мы хотим ловить белую рыбу. Нет, мы, конечно, будем ловить все, но хотим белую. Ну что, Гер, как здесь дела, Виталика? Здесь примерно такая же картинка, как у Юры. Мы ловим мелочь 1-2 по сравнению к нашим соперникам. Плотва пока не вышла, но мы ее ждем. Попадается рыбка покрупнее, то есть это где-то 30-40 грамм быканы эти, окушки. Белой рыбы мало, практически ни у кого я сейчас не видел. 50 минут прошло, как успехи участников здесь? Все ловят потихоньку. Кто как умеет. Дистанции разные у всех? У всех разные. Кто-то ловит уклей, кто-то старается что-то поймать другую рыбу. Крупнее-то есть кто? Была поймана плотва. Одна. Одна. Одна единственная плотва. 28 команд. И два личника. Личных зачете. Все рыбы в зачете, кроме осетровых. У кого-то клюет, у кого-то хуже клюет. С этой стороны вроде больше бычок, окунек. Там левее присутствует подлещик плотва. Ничего не клюет. То, что планировали, не сработало. Вот. Перестроился на ту тактику, где я ловил на тренировках. Не знаю. Буду пытаться догнать. Нифига себе. Не, вот таких я за всю неделю не видел ни разу. Это мой третий за всю неделю. Какая рыба основная здесь? Кого окунь, кого бычки. В основном все прозрачно. Основная пока бычок. Ждем леща. Не знаю, выкормим, не выкормим. Но тренировки леща нам пока не давали. Сначала вроде клевало, а потом все хуже, хуже, хуже и хуже. И сейчас совсем притихло. Редкие поклевки. Прям чувствуется, как рыба кончается, кончается. Завтра будет, я думаю, еще более грустная обстановка. Рыбы нет в водоеме просто. Сегодня что-то нас совсем забастовало. Хотя смотрю, ребята там где-то на дальних рубежах ее ловят. Именно белую. У нас чуть другая страта. То есть мы попробовали уклейку. Уклейки нету. Решили зайти в бычка. И вот пытаемся с ним как-то бороться. Оп, есть. Вот такая вот история. Но он очень быстро мельчает, потом заканчивается, потом что-то с ним надо выдумывать, какие-то там вещи творить, вот, докармливать, меняться, двигаться, поджиговывать. Короче, нюансов просто огромное количество. А еще здесь все, наверное, заметили, есть особенность такая, это вот эта уклейка, которая здесь плавает, подойдет так, видно прям, тыкнет носом мотыля или опарыша насадку, развернется, уйдет. То есть на корм она не реагирует никак. Поклевал, пару яичков даже улетело. Приятных на фоне остальной рыбы. Бычок, да. Окунь с дальних дистанций. Если уже сблизи ловят, только уклейку. Попадают так чуть-чуть. Гера, как у нас дела? Я бы сказал, что плохо. Планируемой рыбы нет. Но, во всяком случае, она кончилась. А в некоторых зонах, в зоне Д, например, она даже не начиналась. Донная мелочь ловится отвратительно. Попробовали плавить уклейку. Тоже плохо, она геморройная, как я уже говорил. По факту подгораем. Бычок, тычок,
пару хватвиц. Первый часток вообще хорошо клевало. А потом что-то все прекратилось. Не очень хорошо. В основе бычок, несколько окуней поймал в латвичку. Ну, на общем фоне, вначале вроде поклевал, в начале тура у всех практически соседей, а сейчас вот во второй половине все хуже и хуже стало. Какая вот рыба ловится сегодня? Хотя соседи полавливают и биль достаточно успешно. Но нам с ней не везет, к сожалению. А кто в садке? В основном бычок, немного окуня. Вот, и... наверное, с десяток, может, подлещиков небольших. Что-то мне подсказывает, что будут решать граммы. Как здесь проходит ловля спортсменов? Ну, ловля здесь происходит как? Крупной рыбы мало, то есть рыбалка здесь трудовая, достается ребятам. Все стараются, то есть активно кормят. То есть нет такого, то, что встали на одну точку и то есть ловят именно с одной точки рыбу. То есть приходится мне менять дистанцию, пробовать разные, то есть перебирают удилища. Вот. Ну так, рыба всех радует, то есть нет такого, что здесь кто-то у нас будет с нулем. 120 рыб на данный момент. Вот такая вот маленькая уклейка. Но часто. Ну там хорошая, так вижу. Был провал часовой, сейчас вроде как возобновился. Поначалу было все хорошо, раскормил плотву, потом она закончилась и начал ловить бычков. Но сейчас перешел на уклейку. Так уже час, наверное, пытаюсь ловить уклейку, она никак не очень активно себя ведет. Вот сосед ловит хорошо справа от меня, долба от уклею, думаю, меня даже обловил. Короче, вот там вот, ну, пытаюсь пока. Поймал двух язей небольших, одного, может, грамм 200. Ну, это на самом деле такими весами хороший результат не сделаешь, ну. Что есть, это спорт. Собираем по крупице эту рыбку, чтобы работать на команду, потому что это командный спорт. Сидеть нельзя, нужно постоянно доставать рыбку. Если что-то не получается, менять что-то, пытаться поймать хоть какую. Есть чем порадовать, Гера? Есть. Радуй. Сивцов, скорее всего, будет первый-второй. Саша подравнялся, но не лидирует. Колганов стабильно неплохо. Решать будет вес рыбы, размер рыбы. И те две зоны, конечно, у нас под очень большим вопросом, что там будет все хорошо. Но у Павличева еще более-менее. Да. У Паши, скорее всего, плохо будет. Но я не думаю, что какая-нибудь команда выступит стабильно, без провалов. Какие-то окуньки поклевывают на очень тоненькие снасти. Прям попробуй поймай. То есть рыба уже там вся объелась. Чувствуется, что много выловили. Я зато поймал 4 чихони. Она, конечно, ничего не весит, но все равно приятно. Чихонь. А так сейчас вот была стайка плотвы, приплыла прям поклевка, и мимо, одну поймал. Финиш! Две тысячи семьдесят. 990. 1260. 660. 6 не хватило. 720. Почему? 18-20. Офигеть. Все, зарасписались. Все, закончена рыба. Рыбу отпускаем. Так, ну давайте что, приступаем к процессу. Игорь Анатольевич, зона А. Давай, я внимательно. Там есть аномальное место. А6. А6 вообще, там непонятно чего на дне. Короче, я стартанул с 17. Ну, наверное, минут через 20 начал в латвичку податься. Но очень-очень капризно.
прям окуня, бах, плотвичка, окуня, бах. Окуни такие. Да? Нет, нифига. Вот таких вот зародышей реально не было. Прям вот как по волшебству. Кормлю много мотыля, иногда опарыша в кормушку засыпаю. Вот такие окуньки. Клейку я не вижу, чтобы кто-то ловил. Только край. Но край там был недосягаем. Ну, короче, в зоне А, вот на деликатной снасти окуни на одного мотылика реально прям клевали. Со второго часа по третий очень мало было плотвы. А вот уже с третьей по четвертый плотва попадалась периодически. Зона Б. Промерил, выставил 4 дистанции, как договаривались. Ну, я просто влупил, как всегда, там туда, за горизонт. И все, вот я заметил, вот у нас человек 5 туда в дальняк, когда промерялось, мы, по-моему, кинули, и все прям в одну точку попали, то есть прям в одну линию. То есть она, значит, там вот прям характерно одна линия у всех. Оторвал все крючки, но оторвал именно в бычках. Потому что было такое, что ты натягиваешь, считаешь, ну, что-нибудь там отвлекся, либо что-нибудь там, чуть слабину дал, ты уже этого не чувствуешь. И вытаскиваешь там уже, вот из бычка это самая поганая рыба. Из нее достать крючок просто нереально. Основная рыба какая была? Старт. Окунь, бычок, все, больше ничего не было. Плотвы не было? Вообще ничего не было. И потом спустя полтора часа, прям резко, так тук, ни бычка, ничего, вот такой окунь. Ухожу на дальнюю. И все, и пошли прям вот такие окуня, такие же бычки. Но продолжалось это удовольствие недолго. Ну где-то час я прям хорошо так раз. 3:20. И начинается уже прыгать мелкий окунь, большой окунь, мелкий. Но пошли поклевки в толще. Вытряхнул. И прям сразу же слабину даешь, и у тебя прям... Тоже было такое. Прям вот, наверное, штук 5 вот таких окуней я поймал именно в толще. А самые большие бычки у меня сегодня клюнули на одного красного опарыша. Зоновая. Значит, начинал с 20. Вот железно ждал 40 минут, когда эта плотва выйдет. Вот такой вот маленький окунёк, даже большого ни одного не поймал. Взял на 40, половил на 40. Сходу было несколько бычков покрупнее. Вернулся, поймал двух плотвин сходу, прям так. Думал, вот сейчас пойдет. И были поклёпки еще плотвы, такие очень аккуратные. Потом она просто убежала. Уклейка так вот, смотрю, даже сосед мой стал уклейку подлавливать. Я взял удочку уклеечную и потихонечку на поверхность чпок, открываю с поверхности, кормушка падает, все вскипает. Угу. Вот, да. Саша, молодец. За ним сидел человек, считал рыбу, у него порядка 80 штук рыб всяких разных. Вот, и все, и она клевала, и я, конечно, удивился, что у меня 1,5 килограмма был. Ты какой сидел? 112 сектор, предпоследний. Начал с пикера. Первый же заброс, там окунёк, бычок. И через где-то минут, наверное, там 12-15, плотва одна. Вторая, третья, и понеслось. Вообще, плотва. Падает. Есть. Или падает, считаешь до 15, выбираешь, сидит. Все. Или бычок, или плотва. Короче, ловил очень хорошо. 1:15, прямо у меня рыбалка была в одни ворота. А поймал язика где-то грамм, наверное, 150, может, по 200. Даже по цапам я брал. 1:30 прошел, иначе приплыли эти окуня, упала вода очень сильно. И все, и плотва закончилась. Вот я пытался, там поклевки эти постоянные происходят, но это вот этот мелкий окунь, иногда его ловишь. Короче, так помучился, меня это все достало, и я ушел туда на 26 метров. И сразу же бычки, окуня, и потом поймал плотву одну, потом все, плотвы не было. Окуня просто стеной, вот эти стеклянные. И вот такие же бычки с мизинец. Ни одного нормального бычка я не поймал. Я как раз смотрю, тут началось уже... Андрик мне там маяковал, что там уклейка уже полным ходом ловится. И я уже вижу, что она плескается, потому что я кормлю, сыпется с кормушки, когда летит, потому что корм сухой. И она тут вот прям вот тут ее видно, блин. И, короче, перешел на уклейку. И потом все 2 часа я ловил уклейку, наверное. Кидал, открывал... У поверхности, у дна, короче, тоже как ты делал, во всех этих горизонтах обсыпал это все, поводок длинный. И у меня начали попадаться подлещики мелкие. Вот такие вот. Офигеть. Вот такие на подлещики. 10 метров, да? 10 метров, вот такие подлещики. Я их еще видел, они плавали, вот, я думал, солитерные. Раз, смотрю, останавливается, кормится. Там на дна что-то, со дна что-то собирает. Потом опять поплыл, потом 2 приплыли. Вот в зоне, там белой рыбы не было. Я единственный, фактически, кто ловил плотву. Очень сильно, мне показалось, что вода ушла, и вот рыба прям, плотва закончилась. Все. Давайте зону Д. Вот как начался ловить вот такой вот окушок, прям прозрачный, вот, и такой же бычок, вот, прям мелкий.
Изредка проскакивал окушок побольше, но немного. Вот такой, вот не больше. И бычок у меня штуки 3, наверное, вот таких вот. А так клевала вот эта вот мелкая лабуда, но она клевала, постоянно клевала. То есть я ее постоянно ловил. Белой рыбы у нас вот вправо-влево ни у кого так за целый день не было. Уклейку пытались ловить, не получилось. Уходил на 26. Вот такой окунь, даже бычка не было. В конце дня думаю, дай-ка я нарежу, попробую укрупнить вот этого, как его, бычка. Вот, я нарезал, туда дал опарика, умерло вообще все. Поймал, грубо говоря, килограмм, и обошли меня там кило 170, ситуация поменялась по зонам. Край зоны, там ловили лещи. Да. Да. Вот если ты помнишь, мы в зоне Ай ловили. Толганов достал вот такое окушко, говорит, о, у меня самый мелкий, и я тут же. А у меня все такие. Ребят, понимаете, вам нужно выработать тактику, мне при да. которой вы будете гарантированно ловить 2 килограмма. Да нету тут такой тактики. А вот как хочешь, надо думать. Забрось туда, там несколько кормушек, держи две дистанции, и ту, 40 держишь, а 20 все время ловишь. Потом на 40 ты ушел, там, если она есть, она сразу заклюет. Вот все, кто перешли на новую дистанцию, все, она у всех начала клевать, без исключения. Просто вот как мы разговаривали, почаще рыбу вытаскивать из воды. Если ты вытаскиваешь чаще, пофигу какая в целом, то ты будешь не в опе. Ловим по ощущениям первые полтора часа и стараемся держать не одну точку, а две. Ждем команду от помощников ловить уклейку. Давайте решим насчет прикормки завтра. Что-то меняем. Я тоже за то же самое, потому что на нее приплывет один хрен. Конечно. Если он подлещик есть, он приплывет. Ничего там не будет. Но мне кажется, не выплывет. Почему? А ему ничего интересного там нет? Я подлещика нет. И мотыль ему не интересен. Мотыль ему что есть мотыль? Я думаю, что замешать небольшое количество другого человека. Хорошо, замешаем на успокоение души. Че, пакет подготовимся? Вы можете на своем успокоении считать рыбу. Вам нужно поймать не менее 100 штук.